Святогорова впервые упомянута в летописях в начале 17 века и неразрывно связана с житием преподобного Сергия Радонежского. Легендарный монах искал здесь места для монастыря. После основания Троицы Сергиевой Лавры он ходил по глухим тропам через Святогорье в самый древний в Московской области Борисоглебский монастырь. Здесь, по преданию, по молитве Радонежского забил святой источник. Несколько лет назад в поле на Святой горе появился огромный деревянный крест. Его построили местные жители в честь преподобного Сергия Радонежского. Окрестности Святогорова удивительной красоты и неповторимости. Каким-то чудом удалось сохранить первозданную славянскую красоту и уникальный ландшафт Клинско-Дмитровской гряды. Здесь буквально все дышит духовностью. Поклонные кресты, родники, часовенки. Само Святогорово, благодаря стараниям местных жителей и подворья Борисоглебского монастыря, выглядит как монашеское пристанище с элементами деревянного зодчества. В разработке некоторых построек в деревне Святогорово принимал участие местный житель Виталий Блажевич. Он архитектор по образованию и уже 20 лет живет в своем уютном доме на берегу речки Веля. Место Святогорова, ну, святые места, рядом Лавра, с другой стороны Борисоглебский монастырь, Никола Пешножский тоже, это связано с Сергием Радонежским, святые места, он ходил вдоль Вели, искал место для Лавры. Вот, наверное, здесь вот и ходил. Да здесь и ходил, здесь удобно пересечь реку и пойти в Борисоглебский монастырь. Вот. И мы, конечно, стали эту святость как бы возрождать, сохранять. Вот часовню построили 18 лет назад на роднике, чистейшие родники. То есть он ходил и, конечно, останавливался, пил воду, потому что надо было где-то отдыхать. Камень нашли огромный, на котором, по преданию, он сидел. И стали мы возрождать это все и как бы ставить такие точки святые, ритуальные такие святые, религиозные точки нашей истории, нашей святости. Вот. И на этой вершине тоже решили поставить такой крест. Потому что Сергий Радонежский – это, так сказать, человек, который нашу строил историю, нашу жизнь, нашу родину. Даже он благословил на Куликовскую битву двух монахов сражаться, хотя это не совсем по уставу, но за родину. И это святые места, и мы, конечно, стали возрождать, поставили несколько поклонных крестов. О легендарной речке Веля разговор особый. В древние времена она была такой широкой, что по ней без труда ходили большие корабли. Сергий Радонежский в поисках места для строительства монастыря останавливался на берегах Вели, чтобы отдохнуть и испить ее живительной воды. Сегодня она значительно обмелела, но не утратила своей чистоты. Из речки пьют сырую воду даже дети. Как гром среди ясного неба прогремела для людей новость о строительстве на Святой горе, где установлен поклонный крест, мусоросортировочного завода и полигона ТБО. Это действительно самая высокая точка – 230 метров над уровнем моря. Широкое поле окружают перелески и овраги. Отсюда открывается изумительной красоты вид на окрестности – урочище Горошково, где расположено подворье Ходькова женского монастыря, многочисленные храмы и деревни. Эта зона вообще в несколько километров квадратных, это тоже историческая рекреационная зона получилась для двух районов Московской области, вообще для Москвы. Здесь много туристов проходило. Речка Веля весной разливается, и она проходная для туристов водных. Вот. Много пешеходных туристов сейчас ходят. На велосипедах, на квадроциклах, зимой на снегоходах ездят. В общем, очень популярная для народа, нашего простого народа, зона отдыха.
Жители Святогорова и соседних деревень и СНТ, как только узнали в начале 2018 года о решении областного министра Когана устроить очередную свалку, тут же включились в работу по недопущению мусорного проекта. Они объединились в группы в соцсетях и создали общественное движение «Спасем Святогорова». В Святогорово этого просто не может быть, потому что Святогорово – место особенное. Удивительным образом сохранившаяся девственная природа, достаточной близости от Москвы, от большого мегаполиса, и место, которым все дорожат. Его знают местные жители, не только местные жители, жители Москвы сюда приезжают. Его, к нему очень бережно относятся. И вдруг вот такой вот сюрприз от властей. Здесь много святынь православных. И люди готовы защищать эту землю, святой источник, крест и часовню. То есть, если честно, нам не хотелось бы вот, уходить в радикализм, совершенно не хотелось бы. Наоборот, мы очень миролюбиво настроены, и мы хотим докричаться до власти и призвать ее к диалогу и вместе с ней что-то созидать хорошее в районе. Люди выяснили, что земельный участок площадью более 50 гектаров и имевший до недавнего времени статус особо ценных земель был зарезервирован решением районного совета депутатов. Он действительно находится в удалении от жилых застроек, и, очевидно, этот критерий сыграл главную роль в выборе места под строительство полигона. Только чиновники из областного правительства и Министерства экологии не обратили внимания на уникальность и неповторимость этих сказочных мест. Более того, в Московской области до сих пор не организован раздельный сбор мусора. У нас нету раздельного сбора мусора. В Дмитрове его нету. Ближайшая эта карта показывает Хотьково. Как так? В Дмитровском районе мы сыпем свалки, там бьемся завод не завод, а элементарно поставить для этого ничего не нужно. Просто административные, так сказать, указания. Вот ставим бачки, собираем мусор, жители его туда сдают. Люди, в принципе, готовы. Готовы сдавать, но они же не будут сами носиться с этими пакетами через всю Московскую область. Ну, сделайте им элементарные условия, поставьте какие-то раздельные бачки, и люди понесут. Они же никто не хочет быть свиньями, понимаете? И как бы просто элементарные условия создайте. К недавно созданному общественному движению «Спасем Святогорово» присоединяется все больше людей. Среди них есть простые работяги, ученые, архитекторы, фермеры, священники, политики. Они все как один считают мусорный проект Святогорова нелепостью и полным абсурдом. Они считают этот проект оскорблением чувств верующих. А биолог Ольга Макина назвала эти действия преступными, подпадающими под статью 358 Уголовного кодекса России. Вершина горы – это водораздел реки, рек Волги и Оки. Это крупный, ну, то есть тут действительно вот через 2 километра начинается Воря, истоки Вори непосредственно, плюс переходные болота. Вот прям совсем недалеко. Второе – это самая Веля, которая течет в Дубну, которая впадает в Волгу. То есть мы сразу одним махом, имеем выбросы в 2 водные системы. Это экологическая катастрофа даже не регионального масштаба, гораздо более крупного. Формально это будет экоцид, то есть это просто статья 358 Уголовного кодекса. Это массовое уничтожение животного растительного мира, загрязнение атмосферы и водных объектов. От 12 до 20 лет. Жители деревни Святогорова и их соседи с урочища Горошково, где находится подворье Хотьково женского монастыря и других деревень, не хотят противостояния с местными властями и радикализации сложившейся ситуации. Они ждут диалога, мирного решения. Желают сохранить исторический, культурный и духовный памятник. И когда вдруг нам сказали, что кто-то сюда ткнул пальчиком, совершенно не подумав,
ну, это просто шок, это убийство называется. Это убийство, ритуальное убийство вообще России, истории. Оскорбление. Оскорбление чувств и вообще просто не умещается в голове. Тут надо прийти сюда, встать, и все будет понятно. Это все преступление. Преступление, дело здесь что-либо. Вы знаете, люди очень, прямо скажем так, шок потихонечку проходит, приходит осознание того, что за нашей спиной находится земля, и многие часто произносят слово «малая родина», что за нами та земля, которую мы должны отстоять. Но если люди не достучатся до властных структур, они готовы на крайние меры.